motherfucker. Так, отлично, у нас появился супергерой, антигерой точнее, как дела? Охренеть, появился чужой, прикинь, короче, сейчас начнется, сейчас будет, короче. Я так понял, мне нужно сейчас вот сюда взломать лифт в центре связи. Удерживаете две кнопки и буковку А у них. Так, ну получается, а еще? Подожди, куда? Ну, типа он угнал. Странный вообще, да? Подожди, а как я сюда попал? Мы будем искать... Все, я нашел. Что мы искали, я нашел. Короче, он бежит за мной. Он хочет кусок моей жопы. Слушай, а музыка разве не звучит нагнетающе, когда он рядом? Эту теорию мы сейчас слегка проверим, потому что я вышел опять из того места, где я прятался. И сейчас мы пойдем двигаться по лестнице вверх, которая была заблокирована. Мы-то ходили куда? Мы ходили, отключали систему безопасности, которая блокировала нам вот эту вот дверь. Теперь нам нужно подняться наверх, обратно по ступенькам. Но проблема в том, что мы выпустили какую-то тварь из днища этого зала. Я вам скажу, знаете как? Я... Попробую. Те твари, которые здесь обитают. Очень страшная вещь. Слюнь, несущая кислота. А мы тем временем куда-то пришли. Мы пришли наверх, да. И, значит, эта ящерица у нас ходит по кругу там. Наша задача — ходить по кругу, активировать щитки, но наш круг не должен нарушать ее круг. Мы должны все быть в своем кругу. Как-то так. Задача непростая, я все понимаю, да? Мы постараемся. Я пока не знаю, где эта тварь. Судя по звукам, она где-то здесь. И мне непонятно, где она. Ага, вон она. А почему она так быстро? Алло. Хасту ей, что ли, прибавили? Кстати, вот... Почему она вот такая агрессивная? Ну, в смысле, ты спрятался, да? Она пошла по кругу, ну не нашла, ну уйди ты, я не знаю. Прямо его нет, чуть левее в окошке нету, да? Возможно, он уже бежит и поднимается по лестнице, и сейчас будет справа. Вот как говно с неба. И смотри, и завис, да? Или что? Сидение между ног? Понимаю, больно, я бы тоже постоял, подождал немного. Там вот я читал, что типа интеллект там очень серьезный, ему устроили этим чужим здесь. Слушай, ну мне ж нужно туда, да? О, да, устройство не работает. Так, он где-то рядом. Ну, у меня все, мне. Нехороший ящер. И самое интересное, что сохранялки. Да, что ж такое? Именно так, да. Сохранялки нет поблизости, чтобы это... Я как говно бегу весь, такой, руками машу. Уже тупо хочется пройти, значит, тот лифт. Красный или синий? А теперь смотри, чтобы не бегать вот это вот опять, не отключать систему безопасности, вот эту, короче, херню мы сейчас отключим. Путем пересохранения. И прям дальше. Прям, конечно, мы идем проходить дальше. Драться с этим чудовищем жестокой жестокостью. Не, ну, свой такой некий ужас все равно игра наводит. Без ложности и скромности, как говорится. Так, он упал у нас сзади, да? Ох ты, тебя... Страшно, ты от меня забыл. Он как-то вообще проходит сквозь стены или что там происходит? Мы целый час сидели, чтобы трем чувакам с револьверами надавать. А теперь мы сидим, чтобы убежать от какой-то твари и вовремя нажать на кнопку. Все. Ящерицы, да. Все, мне жопа, уже, понимаешь? Уже жопа. Уже шел 2038 год. Ну давай, козел, появись. Вот где он? Мне вот туда сейчас нужно.
вот странно, да, у меня есть пистолет. По идее, я уже давно мог бы голову ему натыкать, и все. Как бы он умер, и дальше была бы просто интересная приключенческая научно-фантастическая игра. Но, то не так. Почему этот пистолет ничего не хочет делать? Я бы пошел сохранился. Рано. Вы видели его в дверях, да? Вроде бы он ушел. Тогда мы спустимся вниз быстренько и сохранимся, чтобы нам заново не пробегать, не нажимать. Нам осталось только вот это крайнее, да? О, ты... типа Расина. Самая натуральная типа Расина. Игра неплохая, согласен, клевая, мне все нравится, мне интересно, даже больше скажу. Но вот эти моменты, они отталкивают. Уже ходит. Он еще даже не знает, что я здесь, но он уже пошел сюда. С этой низкой сложностью у нас стоит. Я боюсь представить, что будет на высокой. Он просто тупо подойдет к шкафу, зная, что ты там, и будет такой стоять, и такой типа... Ну что, ты сам выйдешь? Или мне постучать? Так это будет, что ли? Я не пойму. Это не честь. Ох, я твою налево, на Паню! Вон она, смотрите, ходит тварь за зеркалом, сейчас сюда зайдет. Ну, нормально. Она, а ты откуда ты знала, что я здесь? Вот как ты узнал, что я решил вернуться, немного поработать в ночную смену? Что ты там делаешь? Нихера, короче, смотри. Ах ты, кожаная какая-то стрёмная стрёмщина. И теперь вот таким вот образом... Вот так вот. Баг на багах, я тебе кричу. Итак, мы прибыли на лифте. Куда мы прибыли? Прибыли в приемное. А как попасть в Сиксон? Окей, давайте. Здесь у нас есть робот. Возможно, здесь безопасно. Меня зовут Аманда Рипли. Мне нужна помощь. Присядьте, пожалуйста. Вами скоро займутся. Так, там стоит андроид. Здесь мы изучили, теперь нужно вот сюда. Чем могу помочь? Мне нужно к пульту управления спутниками. Посторонним туда нельзя. Это срочно. Вы что, не видите, что происходит? Аполло контролирует ситуацию. Процесс регистрации почти завершен. Да ну вас к черту, сама найду. Значит, андроиды взяли под контроль эту станцию. И что-то делают, куда-то летят. О, смотри. Прибор слежения. Похоже, самодельный. Вы потерялись. Нет, все в порядке. Мы что-то сделали. Какую-то... Посторонним вход сюда воспрещен. Да, конечно. Уходи. Я должна связаться со своим кораблем. К сожалению, это невозможно. Аманда Рипли. Вы авторизованы в системе Аполло. Офигеть. Добро пожаловать на Севастополь. Наверняка есть обходной путь. Здесь у нас есть дверь, которую мы взломали, и теперь мы можем пройти. Здесь чертеж станции. Мы, походу, вот тут. А вот и обходной путь. Пойдемте по нему пройдемся. Это я, Хьюз. Не узнаешь, что ли? Слушай, я должен восстановить дальнюю связь. Станция в опасности. Прекратите истерику. А ну прочь с дороги! Ай-яй-яй, давайте по-хорошему. Офигеть. Приготовьте. Роботов нужно бояться. Отлично. Мы отправляемся в центр связи. Come on. Кира, как дела? Центральный узел связи Сиксон. Вход только для сотрудников. Вход только для сотрудников. Что произошло? Мои люди добрались до вас. Отвечайте. Входим подальше от станции.
Пока будем вести ремонт, связи не будет. Не знаю, как долго. Люди-то добрались, только вот не все. Ты что, бессмертный? Нам срочно нужна помощь, кто-нибудь ответьте. Нам срочно нужна помощь. Повторяю, нам срочно нужна. Кто-то грохнул. Ах ты! Нихера себе! А тут налево какая-то дверь есть. Да что? Я думаю, он не видел меня. Что у нас здесь? Сэмюэльс! Вы живы, это Рипли. Рипли, Дейл, это Рипли. Мы уже думали, что вы... Я жива. Где вы? Мы сейчас на станции транзита, рядом с госпиталем. Так, слушайте меня. Надо выбираться. Тут все перекрыто. Сиксоновские андроиды взбесились и убивают людей. Это невозможно. Это абсолютно недопустимо программа. Конечно, я видела да. своими глазами. Похоже, у местных андроидов другая программа. Но это еще не все. Тут какая-то тварь здоровенная. Она... Погодите, не понимаю. Что значит тварь? Неизвестная форма жизни, какая-то тварь. Инопланетный организм, он смертельно опасен, так что вам надо... Немедленно! Дейла ранена. Ее ударило обломком во время перехода. Сильно? Довольно сильно. Мы не можем... уйти. Нужны медикаменты, ее надо перевязать. А что, Торренс? Передатчик сломан, я не смог связаться с Верлен. Помощи нет. Черт. Ладно. Иду к вам. Аккуратней там.